Приветствую, братья и сестры. Хотя от пения хора я бы не отказался. Я знаю, что хор хорошо воспоет. Знаете, есть стихи в Библии, которые мы, как верующие люди, мы хорошо их знаем и знаем их на память, но иногда мы неправильно понимаем их значение, и из-за этого бывает так, что когда мы надеемся, что какой-то стих значит вот именно это, и то, что мы думаем, что он значит, оно не происходит в нашей жизни, тогда мы разочаровываемся, думаем, что-то не работает. Бывает у вас такое? Есть один стих известный, который записан в Римлянам 8:28. Кто скажет, что это за стих? Кто сможет процитировать? Ага, уже сказали. Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Я хотел бы, друзья, чтобы сегодня мы с вами посмотрели на этот стих и для себя еще раз напомнили, что здесь Господь говорит для нас с вами. Я думаю, этот стих – это одно из самых удивительных обещаний, которые Господь говорит для верующего человека. И это обещание, оно состоит из четырех элементов, которые апостол Павел, они продолжают учение апостола Павла о положении верующего во Христе и что мы имеем в Иисусе Христе, какие благословения. И поэтому здесь, в этом тексте, мы видим четыре элемента. Это уверенность в этом обещании, это степень Божьего обещания для верующего человека, это кто получатель Божьего обещания и кто источник, гарант этого обещания. Итак, Римлянам 8:28. Начинается так. «Притом знаем, притом знаем». Апостол Павел, он излагает учение Божье, и он уверен в том, что он говорит, потому что то, что он говорит, оно исходит от Духа Святого, это не его выдумка, но его слова выражают абсолютную уверенность христиан, которую дает Святой Дух. И Павел, он говорит, что каждый верующий в Иисуса Христа, он без всякого сомнения, он может знать, и он знает, что все, что происходит в его жизни, в руках Божьих, и что Господь будет божественно использовать нас не только для того, чтобы явить свою славу, но также и для того, чтобы дать нам наивысшее благословение. Это Павел выражает уверенность. Он говорит, что это точно будет, здесь нет никаких сомнений. И после того, как Павел говорит о том, что он уверен в том, что он говорит, а кому же относится это обещание, кому же относится благословение? И мы читаем, написано, «любящим Бога и призванным». Это единственное содержащееся в этом стихе описание получателя этого обещания, этого благословения. Только своим детям Бог обещает обращать все ко благу. Некоторые люди, читая этот стих, они думают, что ну, раз написано, что все содействует ко благу любящим Бога, они обычно берут только фразу «все содействует ко благу». Вы наверняка встречали таких людей. Они говорят, вот что-то случилось, я заболел, не пошел на работу, все содействует ко благу. Ага, у соседа дом сгорел, все содействует ко благу, потому что что-то для меня хорошее будет. То есть они применяют этот текст как-то для себя, неправильно его используют. И забывают о том, что Павел говорит, что любящим Бога, только своим детям Бог обещает обращать все ко благу. И любящие Бога призваны, это лишь два слова, которые описывают нас с вами, людей, верующих в Иисуса Христа. Мы, как получатели Божьего благословения, мы описаны как любящие Бога. Ничто не характеризует истинного верующего человека, как любовь ко Христу. Потому что невозможно быть верующим человеком, быть призванным, быть спасенным и не любить Бога. И невозможно говорить, что я люблю Бога, но не жить так, как живут призванные. Новый Завет ясно говорит, что все принадлежащие Богу любят Его. 1 Коринфянам 2:9 написано, Павел говорит, «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Дальше в этом же послании он говорит, что кто любит Бога, тому дано знание от Него. Павел называет верующих в Ефесе неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. То есть невозможно быть верующим человеком, надеяться и ожидать Божьего благословения того, что все будет содействовать ко благу, и не быть любящим Бога. Конечно, мы не любим Христа так совершенно, как должны любить,
Потому что мы по-прежнему несовершенны и загрязнены остатками нашей греховной природы. Мы видим это каждый день в своей жизни. И поэтому апостол Павел говорит филиппийцам: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве». То есть нам необходимо молиться о том, чтобы наша любовь к Богу, она увеличивалась. Потому что по своей природе, как Павел говорит, мы были богоненавистниками. Мы не любили Бога, и нам дана любовь к Нему. И поэтому нам необходимо молиться о том, чтобы мы все больше, каждый день более и более возрастали в нашей любви ко Христу. Потому что настоящая любовь к Богу, она имеет много граней и проявлений. Она стремится к личному общению с Господом. Настоящая любовь, она верит Господу, верит в Его защиту. Любовь к Богу характеризуется внутренним миром. Знаете, когда я доверяю Богу свою жизнь, я спокоен, потому что я знаю, что мой Господь хранит меня. Я люблю Его, я доверяю Ему. Любовь к Богу, она любит все то, что любит Бог. Это естественно. Если я люблю какого-то человека, и мне он дорог и важен, то, что для него важно и дорого, для меня тоже это будет важно и дорого. И точно так же это относится к нашей любви к Богу. Любовь к Богу, она производит любовь и к любящим Бога, к тем, которые также спасены им. Но если все это обобщить, если взять все, что Библия говорит о любви к Богу, то это можно описать одним словом. Это слово «послушание». Иоанна 14 глава, 21 стих, Христос говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Как сказано в Иоанна 5 главе, 1 Иоанна 5 глава, что послушание Богу, оно неразрывно связано с любовью к Нему. Мы не можем быть непослушными Богу, говорит, что мы Его любим. Поэтому, когда Павел говорит о том, что благословение Божье, Его обещание, что все будет содействовать верующему человеку, все будет содействовать ко благу, оно относится к тем, которые любят Бога и послушны Ему. Павел разбивает иллюзии людей, которые думают, что если я заявил о том, что я верю в Бога, но моя жизнь не являет этого, не показывает этого, то я не могу надеяться на то, что будет все содействовать ко благу в моей жизни. Потому что любящим Бога, послушным Ему, все содействует ко благу. Дальше Павел называет нас призванным. Иоанна 6 глава, мы читаем 65 стих. «И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». Призванные – это все люди, которые отозвались на призыв Бога и веры, приняли жертву Христа для своего спасения. И то, как я уже говорил, что невозможно говорить, что я спасенный, христианин, и не любить Бога, и не быть послушным Его Слову, и что моя любовь к Богу не будет проявляться в моей жизни. Но если я люблю Господа, если моя жизнь свидетельствует о том, что я живу для Христа, потому что я люблю Его, я послушен Ему, я стремлюсь к тому, чтобы быть похожим на Христа, тогда это свидетельство того, что я спасен Богом, потому что я принадлежу Его Царству. Но кто же тогда источник этого обещания? Кто гарантирует, что оно будет действовать, что все содействует ко благу? Мы читаем середину этого стиха: «призванным по Его изволению». Здесь апостол Павел, он указывает на источник, на гарант этого обещания для верующего человека. Бог все обращает к благу своих детей, потому что все соответствует Его божественному изволению. Господь так задумал. Это Он делает. И поэтому это Его желание, Он гарант всего. В книге пророка Исаии написано: «Ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю». Представьте, все, что вы знаете о Боге, как вы Его понимаете, все учение, которое есть в нашем разуме. И вот Бог говорит: «Я гарант того, что Мое слово будет исполнено. Я источник этого благословения, что все содействует ко благу. И Я гарантирую, что оно так и будет происходить. Потому что то, что Я сказал, оно исполнится». Помните, Господь говорит, что «Слово Мое, оно исходит от Меня, и что?
не возвращается ко мне тщетным. И для нас важно понимать, что Бог совершает все то, что Он совершает, не по причине того, кто есть мы, а по причине того, кто есть Он. В нас с вами нет ни малейшей причины, чтобы Бог к нам так относился. Мы не заслуживаем такого расположения от святого и любящего Бога, праведного. Но Бог по своей любви и милости, Он являет нам безграничное милосердие, благодать в том, что Он обещает, что верующему человеку, уповающему и любящему Его, Он гарантирует, что будет все содействовать ко благу. И поэтому мы доходим до степени этого обещания, насколько оно важно, насколько оно обширно. Что же Павел говорит? Самая главная часть этого стиха. Все содействует ко благу. Не бывает каких-то оговорок или исключений. Ни этот стих, ни контекст, они не допускают то, что было написано до этого стиха или после, не допускают никаких ограничений и условий. Слово «все» употребляется в самом широком смысле. Вот, и когда я говорю, что «все, у меня все сделано», когда я так говорю, это означает, что все, что мне сказали сделать, все я спланировал, оно закончено, не подразумевает каких-то оговорок. И если кто-то скажет, так ты вот это не сделал, как же ты сказал, что ты все сделал, правильно? То есть тогда уже не все. Поэтому, когда Господь говорит, что все содействует ко благу, это не подразумевает оговорок. Ничто из существующего или происходящего в небесах или на земле, как Павел говорит в 39 стихе, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Павел не говорит, что Бог не допускает ничего из того, что могло бы принести вред Божьим детям. Но он свидетельствует, что Господь все, чему Он позволяет случиться с Его возлюбленными детьми, даже самое худшее, представьте, даже самое худшее, Он обращает в конечном счете в наше благословение. Вот в это слово «все». Представьте, все, что можно представить, все события нашей жизни, все, что происходит, Бог говорит, я гарантирую, я обещаю, что это будет соответствовать к вашему благу, к любящим меня и призванным мною. Независимо от нашего положения, наших страданий, преследований, греховных поступков, переживаний или недостатка веры, все это, как и все остальное, что происходит в нашей жизни, наш Небесный Отец будет обращать для нашей окончательной победы над грехом и нашего благословения. Замечательное обещание. Все содействует ко благу. Естественное следствие этой истины заключается в том, что в конечном счете ничто не может действовать против нас. Помните, апостол Павел говорил, если Бог за нас, кто против нас? Он даже там, если мы читаем как бы в оригинале, там Павел говорит это утверждение, он даже не спрашивает. Вот он ясно говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Этого невозможно, чтобы был кто-то против нас, если Бог за нас. Если даже что-то происходит в нашей жизни не так, Бог с нами. Любой нанесенный нам временный ущерб Бог будет обращать для нашей пользы. Потому что все содействует. Слово «содействует», от него произошло слово «синергизм». Это слово, которое означает, что разные составляющие, которые сами по себе в отдельности, они имеют небольшой эффект, когда их вместе соединяют, они достигают большего эффекта, чем если бы они могли что-то сделать по отдельности. Например, обычная пищевая соль, которую мы в бочек добавляем, или еще куда вы там добавляете его, она состоит из двух ядов – натрия и хлора. Если вы добавите это по отдельности в борщик, это будет последний борщик, который вы ели. Да, но если вы соедините это вместе, вы получите полезный продукт. Так и Господь, Он соединяет вещи, которые нам казалось бы непонятными, как их возможно соединить. Против меня ополчились друзья, здесь еще на работе проблемы, и Господь говорит, а это все содействует ко благу, я все это использую. Нам это непонятно кажется, но Господь обещает, что все это будет содействует нашему благу. И все содействует благу не само по себе, это не случайно. Случайностей не бывает, их не существует. Это абсолютно все продумано и замыслено Богом. Это результат действия Божьей силы и воли, а не естественное стечение обстоятельств.
Давид когда-то свидетельствовал об этой истине. Он даже так ликовал. Он говорит: «Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его, откровение Его». Давид много переживал. Его помазали на царство, а Саул его гонял по всей пустыне. А он говорит: «Все пути Господни, милость и истина». Он знал, что это все содействует ко благу. Поскольку мы Божьи дети, то независимо от того, что происходит в нашей жизни, Божье провидение использует все для нашей как временной, так и нашей вечной пользы. Иногда избавляя нас от испытаний, иногда допуская их в нашу жизнь, чтобы еще больше приблизить к себе. Весь Божий характер, Его мудрость, Его величие, Его любовь, Его благость, Его сила, Он использует это для того, чтобы все содействовало нашему благу. Господь использует святых ангелов, как написано в Евреям 1.14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Ангелов Бог использует для того, чтобы они служили нам, и чтобы все содействовало ко благу. Мы с вами сами являемся Божьими инструментами, которыми Бог служит, использует для того, чтобы все обращать ко благу. И хотя часто это трудно признать и принять, но Господь даже зло обращает к благу. Наверное, это самое наименее из всех вещей, которые нам нелегко принять. Когда мы соглашаемся с тем, что в самые трудные вещи Бог и даже зло обращает во благо. Потому что зло, оно составляет часть всего, что происходит с нами, и Господь говорит, что Он будет обращать это во благо. Но это не просто так. Некоторые люди говорят: ну хорошо, у меня такое хорошее обещание, Бог будет все обращать во благо, я люблю Господа, у меня теперь будет все нормально, и ничего не будет происходить. И они думают так: куда же переписать, все будет ко благу. Например, я люблю Бога, я прихожу на работу, у меня что-то не вяжется на работе, ага, здесь должно быть как-то все ко благу. Ну что-то меня уволили с работы, я такой хороший работник был, почему же? Ну а Бог говорит, все ко благу, что-то не работает. Но апостол Павел, он не оставляет нас просто вот с этой мыслью, он продолжает, он говорит, к чему же все будет содействовать ко благу. Римлянам 8:29. Цель, к чему все содействует ко благу. Это цель нашего спасения с вами. И это то, для чего Бог все содействует в нашей жизни ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Наша цель, по которой мы спасены, живем для того, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа. И Господь говорит: дорогое дитя, все, что происходит в твоей жизни, все, что я допускаю, даже трудное, даже плохое, я использую во благо для того, чтобы ты стал похожим на моего сына. Это цель, для чего все Бог использует ко благу. Не для того, чтобы я жил в каком-то комфорте, и чтобы я был лучше кого-то, образованнее кого-то, красивее, жил в лучшем доме, ездил на лучшей машине, ну и придумайте еще что-то. Но это для того, чтобы я был похожим на Иисуса Христа. Все, что происходит в нашей жизни, это для того, чтобы мы стали больше похожими на Иисуса Христа. Это цель, для которой мы живем. Для того, чтобы прославить Его и быть похожими на Него. Как Павел говорит, у нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. У нас должен стать образ мыслей. Чувства такие, как у Христа. Это цель, для которой мы созданы, спасены и живем. Еще до того, как время начало свой бег, Бог решил спасти верующих от их грехов, чтобы они могли быть подобными образу Его Сына Иисуса Христа. Каждый истинный верующий, он неуклонно движется к совершенству и праведности, так как Бог воссоздает для себя людей в образе и подобии Его Божественного Сына, который будет вечно пребывать и царствовать вместе с Ним на небесах. Друзья, это благословение. Это величайшее обетование для верующего человека на земле. К этому сводится все послание к римлянам. Это огромнейшее благословение во Христе, то, что имеют верующие в Иисуса Христа, любящие, призванные, спасенные им. В наше время нам необходимо эти слова утешения помнить о том, что как бы нам ни казалось, что-то идет не так, трудно, непонятно, нелогично, наш Владыка обещает, что все будет содействовать тому, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа. Теперь же, когда происходят какие-то непонятные вещи в моей жизни, мы должны вспоминать эти слова и думать, и помнить, что Господь использует эти обстоятельства, даже если мне трудно. Возможно, они так и останутся трудными. Возможно, ничего не решится. Но Господь сделает меня похожим на Иисуса Христа. Это высшая цель.
Чего больше можно желать, чем быть похожими на Бога? И это благословение для нас сегодня с вами. И нам необходимо об этом помнить, благодарить Бога за то, что все, что происходит в нашей жизни, содействует этой благословенной цели. За то, что мы можем доверять Богу, потому что все происходит под Его контролем, и Он гарант всего. За то, что Он нас спас, призвал к себе и ведет нас по пути освящения для того, чтобы мы стали похожими на Его Сына Иисуса Христа, который ждет нас в небесах, которому мы служим и с которым скоро встретимся и будем с Ним вечно славить Его за Его спасение и любовь к нам. Аминь.